возможно, что эту чашу, там ведь на Западе, они, католики и крестоносцы, вывозили из Византии много святых, много мощей, у них действительно много. Но вот вы смотрите, привезли поезд, и мы уже видим, какая была реакция русских людей. То есть люди очень падкие. Ну хорошо, неужели вы только можно, ведь идут с какими просьбами, Боже, это, к этому поясу? Да вот устроить на работу, там, исцелить, болезнь там получить, да, ну как дочку замуж, там, сына же, ну, просьбы-то чисто такие, знаете, земные, никаких. И там какой-то 8% только те из людей, которые, подходя, просили, опять же, не пояс эту дрябочку, а просили только Матерь Божию, чтобы дать им избавиться от своих страстей, от своих, да, укрепить веру, ну, какие-то, действительно, просьбы достойны христианина. Поэтому, если сейчас привезут эту, могут чашу, уже они такой оплом сделали, вот с поясочком, теперь вполне возможно привезут чашу и пойдут эти миллионы, совершенно не подозревая. Из этих миллионов, может быть, единицы или десятки, которые подумают, не просто важно поцеловать чашу. Вот у меня за спиной, говорю, стоит в алтаре на престоле та же чаша и тот же самый диск, тарелочка, где настоящий Христос и его тело, и плоть, и кровь. И каждый причастник принимает, целует это, как ребро, эту чашу. Зачем нам нужно ехать туда? Да еще, не дай Бог, зимой привезут, будут морозить людей сколько. Не поддавайтесь, говорю, на эти. Мы в теле, мы Христа заслонили вот этими мощами, иконочками, поясочками, там, чашами, чем угодно там привозит. Я в таком плане говорю проповедь у себя. Да потом что? Возит про Осипов по каналу Союз, слушаю. Умные детки все-таки, хорошо. И он говорит, знаете, еще он тоже, он в душе он как-то говорит, но он, может, не так это эмоционально, как это вы рассказываете. Но он возмущается, это что такое, вы посмотрите. Я, говорит, меня вот какой-то там католический там прилад по этим по святыням, говорит, посмотрите, что это такое. Я вижу палец, это перст апостола Фомы, это тот перст, которым он прикоснулся к ребру. Ну и что, что перст? А вот представьте, и никто слова не скажет, они привезут этот перст нам и начнут нам везде развозить апостола Фомы. Неужели не важнее это того, что сам Христос сказал в этот момент? Что он ему сказал? Ты, говорит, видел и веровал, а блаженны не видевшие, веровавшие. Понимаете, все речь идет о вере. И не от того, что он там прикоснулся, на все весь мир не хватит этих пальцев. Важнее ведь само содержание, что нам хочет Христос сказать. Так, подожди, через... маленько, телефон опять звонит. Говори. Кто звонит? Говори. Никого пока, ладно, ушел. Говори, отец Иоанн. Ну, я вам просто говорю свои поручения. Поэтому, говорю, важно все-таки нам не заслонять какими-то внешними атрибутами и вот самого Господа Христа. Я уже начинаю понимать тоже все. Проповедь, Евангелие, говорю, выше и дороже Слова Божия ничего нет. Господь там не оставил ничего, никаких других там вещей, там никаких там лишних там каких-то своих там атрибутов, все, что было связано. А если они были, даже мощи, я признаю святые мощи, но Иоанна Крестителя, что, Ирод обезглавил, что сделали ученики? Погребли труп, и все. И слава Богу, что его сейчас нет. Не дай Бог, он сейчас найдется этот труп, пояс, или там пояс Иоанна Кожаного, Иоанна Крестителя. Опять начнется выхождение вокруг да около. Главному люди не доходят, совершенно не доходят. Поэтому я говорю, надо все-таки делать ставку нам на Слово Божие, на внимательное изучение Слова Ветхого и Нового Завета. И каждую букву воплощать в своей жизни. Только так мы можем себя считать христианами. А привезли, не привезли, у нас сейчас тут звонят, икона Мироточива привезли это, и от царя мученика Николая. Я говорю, ну неужели я могу только возле Мироточива иконы чего-то попросить? А у меня он висит дома, иконочка, на стене. Я точно с таким успехом прошу и царя Николая, мученика, признаю их подвиг, и страдания, и все. Но зачем мне такой устраивать какой-то, знаете, ажиотаж вокруг этих святынь. Потом, была передача об этом поясочке, в коротке мы коснулись его, Малахова ведет, пусть говорят. И там, значит, два оппонента, один режиссер, другой телеведущий. И вы знаете, я встал на сторону вот этих двух оппонентов. Приходят, значит, там артисты, помню, жена Караченцева. И она говорит, что я пришла, я ощутила благодать. Я настолько была, знаете, я как зашла, я прям почувствовала вот эту благодать, это все. Я не могу это передать, что со мной было все. Да. А я там приложилась к поясочку. А потом это что-то сказал там этот телеведущий.
Она говорит, я бы вам сейчас глаза... А он говорит, слушайте, ну а почему вы, говорит, не просите, не Бога, а кусок тряпочки? Причем, оказывается, размер имеет значение. Рядом, там, Ильи обыденного храма, там лежит маленькая частичка от этого же пояса. Но я еще большой вопрос, пояс Божьей Матери или нет. Ну почему, говорит, там никого нет? Вот я стою в очереди, я четвертый, телеведущий, говорит, а рядом, буквально в 100 метрах, храм Христа, там тысячи идут, по несколько километров растянулись там все. Значит, в чем дело? Он говорит, все дело в рекламе. Как она на него набросилась? А он говорит, а это что? Это вы показываете там действие благодати от поясочка, что вы себя так агрессивно ведете. Знаете, стыдно было. Вот смотришь, думаешь, ну правда, ну батюшка был там какой-то с Петербурга. Так немножко он говорил так спокойно, все это тоже сильно так не выпечивал. Но все-таки он разумные такие давал ответы. И вот я говорю, все равно, нам, конечно, нужно очень... Что я тебе показываю? Посмотри, отец. Белый, так бы сейчас в нос бы коту. Гляди какой, а? Красавик, хороший. Это котенок у меня такой. Посмотри, какой хвост у нее. И посмотри, сейчас покажу. Гляди, пушистый что такой. Как лиса. Это котенок. Да. Ему 5 месяцев всего. Ласковый, ласковый. Радистый. Очень даже. Мышатики. Так вот, отец, тебя, если вот все это покажут этому патриарху, так тебя еретиком Андрей Забуранин назовет. Знаете, Игнатий Крич, я уже так говорю, у меня приход находится рядом с психиатрической больницей, поэтому я говорю смело, и чтобы они сказали, меня все равно спишут, у меня на психушка там, ну и пусть говорят, ладно. Так, да, ух ты, лед сорвался с крыши, грохнулся. Что-то хотел сказать еще, забыл, Игнатий Крич. Да, Господи. Да, о благодати. Я вот так говорю. Вот вы говорите, проповеди свои. Люди говорят, ой, мы почувствовали благодать. Я думаю, ну что благодать вы называете? Там запах ладана, может быть, красота росписи храма Христа Спасителя, необычная такая обстановка, все это, знаете, ну и как это так таинственность какая-то, вот все это, поезд, значит, тут что-то чрезвычайно важное происходит, а потом уже люди не успевают приложиться, его с дерева так приподняли, там на каких-то подставочках, люди просто проходят под ним, идут. Да. Я грешный говорю так, я могу вам сказать, что по Слову Божию, скажем, по посланию апостола Павла, где он пишет, по послании к Коринфянам, о действии благодати, в чем там заключается, как он, вот давайте теперь встречим, что вы можете, можно назвать это благодатью или нет, вот вы говорите, что благодать, там что-то такое произошло, я не могу объяснить, а апостол Павел прямо говорит, он пишет, значит, в Коринф, пишет о церкви, я скажу своими словами, ну, примерно близко к тексту говорит, я напоминаю вам, братья, о благодати данной церквам македонским, от Македонском. Ибо они среди великих испытаний скорбями преизобилуют радостью, и глубокая их нищета преизбыточествует в богатстве их радушия. Они доброхотны по силам и сверх сил. Они охотно просили меня принять их дар и участие в служении святым. Они готовы были, я говорю, сам свидетель, они готовы были отдать не то, что мы же дали, а самих себя, сначала Господу, а потом нам отдали. Так вот, вы смотрите, что делает благодать, если они избыточно преизобилуют скорбями, великих скорбях, преизбыточествуют радостью. Можем ли мы радоваться, когда у меня какие-то скорби, да причем изобильные скорби, и у них такая радость. Дальше, глубоко не считает, это подразумевается. Я посмотрел толкование, значит, они настолько были бедны, нищие, но благотворение настолько для них было важно, что они в своей нищете умоляли принять их дар участия святых. А святые это тех, кто там, евреи там лишали, христиане, короче, в Израиле, лишали их имени, там, расхищения, ну и дальше сам будет говорить, что вы после по просвещения поняли великий подвиг страданий вы теперь, и скорбей, говорит. И то сами сидели в поношении скорбей, то другим соучаствовали, то мне, говорит, сострадали, потому что вы знали, что имеете мышцы на небесах вечное и неприходящее. Так вот это я могу еще поверить, что это действует благодать. Когда у тебя лишают имущество, гонят вас все, и они радуются. Ничего нет, сами они делятся и умоляют принять дар служения.
Вот это можно сказать, это действие благодати. Я только могу понять вот такое действие благодать, если мы пытаемся как-то это зримо представить. А то, что я зашла, там понюхала, там ладан хороший, конечно, там, может, там еще что-то, музыка там могла играть, или мелодия, песнопение, что-то, все это понятно, но благодать ли это? Ну, просто наши физические ощущения. А благодать я все-таки нашел, больше мне как-то ну, импонирует этот ответ апостола Павла, когда он говорит, что вот это действие благодати, скорби, гонения, лишения, они преизобилуют. Это как вы, говорит, преизбыточествуете в познании, в слове, преизбыточествуете и в этой добродетели, добродетели милосердия, благотворения. Как вы считаете, мои мысли? Абсолютно правильно. Тебе надо быть баптистским проповедником. Ну уж не баптистским, не лишь бы православно быть. Так что вот в таком плане я, Игнатий Игоревич, стараюсь тоже. Ну, а? Матушка, подойди сюда. Она стесняется. Я говорю, матушка, у вас поприветствую. Она вас слушает, сидит в другой комнате, а стесняется. Отец Иоанн, благодать в устах твоих. Ну, дай Бог. Я только думаю, я или мудрю, я даже собрались отцы. У нас происходит собрание благочиния. Сидят там у нас 13-14 человек, священники. Я уже говорю, так и так, ребята, братья. А старый один наш отец Сергий говорит, батюшка, отец, а ты как там везешь в Москву этих прихожан, как у тебя с автобусом дела? Поезд, надо сейчас организовать, все тут от епархии поезд, но нам не хватило билетов, там 10 семинаристов, моего зятя, отца Андрея, он сейчас зять Огнюшкин муж, священник, их возили от семинарии, там все такое. Я говорю, знаете, братья, вы, вот, например, то, что я вам сказал, они молчат, не поймут, думаю, ну, сейчас донесут, настучат, будет мне еще от архиерея. Но я ему скажу, владыка, скажите, если докоснется это, что вот я чем-то не угоден, ну, давайте, я бы скажите, что я нарушил, какое, я что-то, богохульствую, что ли, касаюсь каких-то вероучительных истин, что там троица, не троица, или там Божья Мать, там не признаю, я все признаю, мне да еще больше крепче вера. Я зашел в свою келью, я закрыл дверь, я встал на коленки, попросил Божью Матерь, прямо мне идти в больницу, там, иду или куда-то иду на, в школу, иду мне благовествовать, или в детское отделение. Я всегда становлюсь и хоть кратко прошу, молит, Господи, дай мне разумение, дай мне слово. На каждом евхаристическом каноне, каждом, в течение вот многих лет, когда я только одно прошу, когда я кланяюсь уже после просвещения, прошу, Господи, дай мне дар слова. Я не ученый, я простой крестьянский семье, но дай мне слова такие, чтобы ему людям говорить, чтобы это было согласно с твоим писанием, с твоим словом, с волей Божией было. А не потому, что там обольстить, как вы знаете, как Галатам. Говорит, это как вы быстро уклонились, говорит, от истинного благовестия. Говорит, а просто люди обращаю, я вообще вас. И я не хочу быть в числе тех, которые начинают говорить то, что потом апостол Павел уже сказал, говорит, анафем, Галатам, 6 крест главе. Вы, говорит, если вам ангел, или мы, говорит, мы или ангел с ним будем благословлять, не то, что вы благословите, то он анафема. Как раньше, так и сейчас говорили, что кто приносит благовестие, тот говорит анафема. Насколько я прошу, чтобы ты, Господь, давал мне то, что согласно с Словом Божьим. Но иногда мои мысли, они не вписываются. Я их боюсь даже озвучить. Но у себя уж на приходе говорю об этих вещах. Вот поэтому говорю, ну а вызовет, если коснется слова, я с удовольствием скажу и буду, я менять не считаю, потому что, ну понимаю где-то нутром, что ну, не то делается у нас, правильно, вы цените святыню, цените мощь, я же их не отвергаю, и езжу сам, и где-то и в Оптино езжу, и в Дивеево езжу, и с детьми езжу, со школьниками, да, но я всегда говорю, что это лишь, знаете, можно сказать, ну, внешняя сторона церкви, внешняя. Потом, такой еще момент. Многие действительно говорят, ну, вот последнюю проповедь. Знаете, ведь замечают только плохое в церкви. Приходят, а вот у вас плохих. Я сегодня пришел в больницу, там тоже двоих умирающих туберкулезом был, я им тоже там проповедовал целый час, оставил в Евангелии, в пятницу пойду, в четверг, может быть, еще. Ну и говорю, значит, о том, что, знаете, вот некоторые люди говорят, ну да, действительно, и священники не так мы ведем себя, и, да и миряне, и можно и на архиерея, и на самого патриарха. Но вы понимаете, что ведь Христос однажды сказал такую замечательную притчу, когда посадил
где вы поставил своих работников сажать доброе семя, и когда спали, дьявол насеял плевел. Ну и все, они говорят, дай нам, мы выдернем. А Христос что сказал? Оставьте расти до жатвы. Когда созреет жатва, я пошлю птенцов, соберут плевел, сожгут, а пшеницу в житницу. Так вот, церковь, она и есть то поле, где здесь рядом и пшеница, и плевелы. Нам не дано вырывать плевелы никому. Ты смотри только плевелы в свою душу. Что у тебя там творится? Какая у тебя там дрянь нараста, крапива, все заросло, и ты ничего не видишь, кроме грехов других. Вот в таком плане я их, так сказать, призываю и говорю, что действие благодати, оно действительно может непредсказуемо. Только это действительно правильный такой подход к таинству с глубочайшим смирением себя, сознанием своей греховности, ничего абсолютно не приписывая своим каким-то уму, рассуждениям, дарованиям или каким-то еще особым там харизматическим действиям. Мы грешники, только так можно действительно что-то и то сделать Господь, а не я. Просто, может, через мои руки дожди чудо сотворите, и исцелить могу, но не я, а Господь это сделает. Ну, я тут что-то разговаривался с вами много сегодня. Вот сегодня канон читаю. Ну, я сегодня почитаю обязательно ваш, войду в Mail.ru, значит, посмотрю ваши там ролики, насколько это все, попробую сегодня обязательно сделать. Ты там найдешь, и даже свой фильм, который ставил, тоже поставлен, который ты интервью берешь. А и дальше увидишь, там три интервью у меня берет, пришел специалист, берет. Очень чистые записи. А дальше тут у нас идут собрания, занятия идут. И там про детский лагерь, там все ролики идут, готовые. Двигаются, разговаривают, ты все увидишь. С удовольствием посмотрю. Я уже видел то, что я там, мои фильмы тогда, я их уже видел. Там и в университете, там я видел уже из интернета их раньше, и другие фильмы. Вы там записываете нас, да? Наше интервью записывается, надо еще и снимать. Конечно. Батюшка увидит. А? Батюшка приедет, мы можем показать. Ну, батюшка, я... Вы не обижаетесь, когда я вызываю к себе, Игнат Тихонович? Что? Вы не обижаетесь, когда я отца Акима к себе приглашаю, вызываю? Обижаюсь, конечно, вовсю. А почему обижаетесь? Полная программа. А ему делать нечего, по покойникам шариться там. Век не надо, там куда-то едут, к Серафиму. Оставьте мертвецам. Ему надо делом заниматься, идти на благовестие. И каждый год одну и ту же дорогу топчет, вы за это отвечать будете за него. Соблазнитель ты. Нет, Игнат Тихонович. Ты подаешь соблазны. И написано Мельниш и Жорнов таким. Вот, матушка кричит, что он в отпуск приезжает. В отпуск приезжает. Ему тут в окрестностях с нами надо ездить на благовестие. А ты сказал, вот этот Смирнов, этот отец Осипов, у него некоторые ролики я к себе на форум перенес. Хорошие есть. Ну, он очень, знаете, умный дядька. Он единственный, я пока из тех знаю, кто он может быть, не так это резко режет по-живому, но он совершенно все понимает. И, кстати, насчет этого поясочка, он говорил такие слова, говорит, это православное язычество. Да, вот об этом говорит. Перед ним сидят студенты, и он говорит, вы вот академию окончите, кем вы будете? И дальше говорит, вы погрузитесь в языческую среду. И дальше говорит, что делается? Подробно о чем ты говоришь. Это не на бумаге написано, а видно, как он сидит, разговаривает и опять вздохнет. Это страшно подумать, какое у нас состояние. Сейчас везде, вот даже люди ничего не знают. Попы приучили людей, благослови. И вот мы сейчас были у Максима, у него перед этим-то, это, толчок-то всему этому я дал. Я им написал письмо, что давайте встретимся и побеседуем. И предложил тему беседы. Первое, жить не по лжи. Как Солженицын пишет. И второе, о благовестии. И они сразу наступление пошли. Первым делом договорились, что можно снимать. Все, секретарь же был здесь. И на утро перезвонили, ничего не изменилось, нет. Что мы будем снимать, они будут снимать. Категорически запретили, но я встал и ушел. Они сразу со лжи. Но он, Максим, все время толмил. Без моего, чтобы разрешения, без благословения нам не проповедовать. Батюшка говорит, я еду в поезде. И вот у меня встретился человек. Я должен вам позвонить по телефону, спросить вашего разрешения. Он не верит никакое благословение. Ему главное подмять под себя, чтобы не было благовестия. А не палачи живого слова.
Благословение, благословение. Вот женщина выскочила, а вы благословение получили? Я говорю, какое благословение? А кто вас благословил? Я говорю, Бог благословил. Нет. Я говорю, а вы в храм-то ходите? Я? А что я там забыла? Но она знает, что была в храме, она благословенная. Стоит накрашенная в штанах, там 50 лет. Это все в ролике видно, как она стоит. Они благословенные. Батюшки взяли себя на роль оракулов и шаманов. Вот он махнул широким рукавом, и что-то какой-то дух найдет на человека. И теперь что ни делай, все можно. Андрей Кураев правильно подметил в моем, обо мне недавно он высказался, Андрей Кураев, что, знаете, жестко высказывается о патриархии, о священстве, поэтому критика его воспринимается, ну, вот так вот. Но то, что делают в Потеряевке, это достойно всяческого подражания. Я больше нигде этого не встречал. Это его слова. Молодец. Да. Этот не покривил, сказал по совести. Я думаю, дословно увидеть. У меня на форуме стоит это его выступление. Он выступил. И главное, мы поставили ролик, где наш епископ говорит о том, чтобы, ну, не искали эти проруби на крещение-то. И Кураев эту статью к себе перетащил на свой форум и высказался, что Игнатий, это, насколько мне известно, самый известный обличитель патриархии. А другие там под ним уже подписываются и говорят, а какой патриархии? Это еще и греческая там, какой? Или всемирный он? И почему ты к нему благоволишь так, рассказываешь? Он сказал, обличитель, и в то же время хорошие слова. И на Кураева прям сразу же наседает. Ты еще лапки нахвалишь-то. Игнатий Тихонович, вот вы недавно на Масленице, на первой, в понедельник это было... Ну, там, вы знаете, как там парад какой-то устроили там девчонки в храме Христа Спасителя на Амвоне. Помните там? Да у меня, у меня стоит это все на форуме. И отзывы, да. И кто что говорил, и я об этом говорю как. И я, главное, у меня 1300 тем на форуме. 1300 разных тем. И я не знаю, в какую тему поставить этот материал-то. Крутил-крутил, и наконец нашел, куда поставить. В праздник, в 12-й, введение во храм Богородицы. Это новое введение девиц, и что они там делали. И они падают ниц и прямо причитают, поют очень хорошо. Пресвятая Богородица, прогони Путина. Пресвятая Богородица, прогони Путина. Да, и патриарх верит в них Бога, в Путина. И главное, да. У них название, это организация «Срань Господня». «Срань Господня»? Да. А вот эти, которые на четвереньках, говорит, ползут всех попам и военные, и все, вся эта «Срань Господня». Тут тоже есть над чем подумать. А потом они залезли на лобном месте, человек 8, и там, как они выступают, размахивают флагами и все, они делают всякие пакости. Они мочатся в баночке там разное, и милицию обливают мочой своей, полицию. Сожгли машину у милиции, там, полиции-то. Ну, я думаю, что в верхах это знают, что они делают. Только выборы пройдут, я думаю, кое-что предпримут против таких. Да, тут распаясываться тоже нельзя, конечно. А знаете, что это спровоцировало? Я так подумал. Отец, не говори пока, не говори. У меня на форуме все стоит, ты зайди. Там очень большие умы разбираются, за ними стоит большая сила. Они не сами. И что это делается за этим? Там очень хороший анализ дается и музыкальные произведения, и что они делают. Я это все на своем форуме выставил. На первой странице «Введение во храм Богородицы». Ты открой. Посмотрю. Это я возьму. Это у вас в Гугле, да? Да. Да ты можешь так просто открыть форум, Игнатия Лапкина, в Google заряди, и сразу тебя выкинет. Ясно. Ну что, наговорились, все, уходим. Игнатий, ангел хранителя. Игнатий, прошу святых молитв сегодня. Ты далеко отошел от этого, от очка. Плохо слышно. Так, так получше слышно? Ага. Сегодня 27 февраля 2012 года, сегодня 10 лет со дня смерти владыки Максима Кроха. Ага. Могилевский архиерей, с которым мне Бог судил бы 12 лет. Сегодня 10 лет со дня его, ну скажу даже, праведной кончины. Да, помолитесь, чтобы Господь его упокоил. Это был такой Божий архиерей, который, ну, знаешь, какие-то игрешки у каждого есть, но был такой ревностный, боголюбивый, справедливый и очень благочестивый. Я знаю, я встречался с ним. Я встречался. Ты знаешь, что Русанца-то умер, Валентин? Не слышал. Сороковина, наверное, сегодня. А, вот как. Да. Ну, царство ему небесное, что ну, тут на форуме ты найдешь про него, у меня как раз на первой странице написано. Русанцов. Я же с ним встречался два раза. Валентин. Он меня не воспринял никак.
Ну ладно, Игнатий Ильич, вы, не буду вас отвлекать в своей деятельности добропрастительской. Простите нас, помолитесь, пост начался, чтобы Господь укреплял нас. В общем, так, Акима больше не зови, запрети ему ездить туда. Не, ну он в этом году должен приехать, как же еще. Мы с ним поедем еще в октябре. Игнатий Ильич, в октябре отец Петр в Белоруссии, там ему 50 лет, он нас приглашает, и его, и меня. И отец Яким пусть приезжает ко мне в октябре. А мы уже отсюда машины поедем в Белоруссию. Ну как, ну, надо съездить. У меня бесплатный билет в любой конец нашей страны. И я еще ни разу за 20 лет не воспользовался. Почему? Матушка говорит, нужды нет. Правильно. Нужды нет, потому что я слишком занят здесь дома. У меня все здесь есть. И каждый день работа. Я тебе говорил. Я тебе говорил, МФ, я служил в морфлоте МФ, а сейчас осталась молитва-форум. Молитва-форум. Ну, может, мы когда-нибудь дойдем до этого тоже состояния. Я все оставил, только одна молитва. Вот у меня получается так, как я просил у Господа, Он мне так и дал. Чтобы в день не меньше 12, там, 10 раз становиться на молитву. Каждый день. Знаете, вы и нас молитесь, вспоминайте на нас, грешников, чтобы Господь там... Я молюсь об этих грешниках. Молюсь, ты обо мне молись. Это наша жизнь. Потому что я благодарен Господу, что Он вовремя помог мне все оставить, все. Я умышленно отошел, стихи не пишу, проповедь не говорю. Я ушел от всего, оставил только молитву и форум. Стихи ваши, как-то их не понимаю, они хорошие, но я их не понимаю, не читаю. Они мне... А вот получили ваши книги, я открываю прекрасно. У меня есть этот симфония на ваши тома. Открываю какие-то там изучала чтения, которые будут вас сказать, и просматриваю. Иногда они совсем к нам не подходят. Если бы ты послушал в интернете на мои стихи какие отзывы, ты бы в обморок упал. Люди говорят, которые даже поэты говорят, мы в жизни не встречали никогда. И во всей мировой литературе этого нету. Ты посчитай вас... только. Да я не считаю, но у вас библейская тематика, но не знаю, как-то. Все, Пушкин... по мозгам. Он как-то бьет, нет, ну, не очень как-то. А если бы ты был у меня в друзьях в Mail.ru, ты бы получал мои рассылки. Представь, у меня сейчас 2000 друзей, так называемые. Да. Я одной кнопкой на 2000 посылаю. И ты посчитал бы, какие отзывы даются. Главное, это о стихах. И если 2000 человек за год только положительный отзыв, это чего-то стоит. Я не дорос еще до понимания стихов, да, Тихонович, простите. А мне Игорь говорит, ваши стихи нужно в специальной книге писать, чтобы человек их растолковал. Вот мне одна пишет, что Изавель не получила росы. Как Изавель не получила росы? Надо знать, что такое Изавель, что такое роса. Гелиора. А что он имеет в виду росы? Когда Изавель это Ахава жена. Так, потом дальше что? Какой момент, что где она должна получить росу из завета? Вот и все, когда... вот тебе и загадка. А у меня это все написано в стихотворении одной строчки. Каждая строчка – это находка. А когда я расшифрую, он стоит полуживой и говорит, это все здесь заложено так, да как же это так могло быть? Это Господь сделал. Вон матушка села, исчезла. Нужен второй феофилакт какой-нибудь там, чтобы растолковать теперь ваши стихи. Вот мне сейчас просят самому уже рассказать. Я говорю, вы внимательно смотрите. Вот недавно я выставил, и главное, после каждого стихотворения, которое я выставляю около 10 фотографий. Если там о войне, я беру «Война в Ираке», там такие снимки военные, то другое. Если говорю там о сектантах, то тут же у меня сразу идет там в натуре все показано было. А ты просто не знаешь, не считал. Я тебе сейчас начал бы считать, ты бы сказал, не может быть, что твое. Я вчера батюшке стихотворение 10 прочитал. Ну, прочтите хоть там 1-2. Но я сейчас должен зайти в интернет. Подожди.